Свой день рождения сегодня отмечает народная артистка России Ирина Муравьева. Ей исполняется 70 лет. Зрители запомнили актрису уже после кинодебюта в ленте «Чисто английское убийство». Но всенародную любовь Муравьевой принесла роль в картине «Москва слезам не верит». За нее артистка удостоилась государственной премии СССР. Зрителям полюбилась и Надя Клюева, и самая обаятельная и привлекательная, и Нина Соломатина из «Карнавала». Знаменитая песня из этого фильма стала настоящим народным хитом. Без тебя проходит дни, что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, не согретый звезд небесный. Вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка, позвони мне, позвони. Ирине Муравьевой блестяще удаются разноплановые роли, от комедийных до драматических. Сейчас она служит в Малом театре. В честь дня рождения актрисы там готовят новый спектакль «Всегда зовите Долли». Муравьева исполнит в нем главную роль. Премьера запланирована на апрель.